вами посетим мой любимый район. Называется Кадикё. Это там максимально похожая атмосфера на ту, в которой я привыкла находиться. Я думаю, что в этом видео вы поймете почему. Наша цель номер один сейчас — это мои любимые так называемые мокрые бургеры. Я люблю с сыром. Стоит всего лишь 15 лир. Но это очень-очень вкусно. И я опять вышла не там. Я бы очень хотела сегодня найти хотя бы 2-3 хороших художественных магазинов в Кадыкё. Я в основном работаю сейчас в диджитал-формате, но мне не хватает некой такой аутентичности. И проверить, как там поживает моя набитая рука, тоже не помешало бы. Планы по растрате денег немножко изменились, я не удержалась и купила себе красивую подставочку для благовоний и благовоний, потому что обычно я их жгу дома, а сейчас я поняла, что я уже 2 месяца не использовала благовония в повседневной жизни, и для меня это очень важная часть уюта. Поэтому я думаю, что ничего страшного, тем более все вместе стоит 50 лир. Ребята, там керамическая... очень симпатичная подставка, я потом ее покажу. И благовоние. Ну это просто, я так рада. Ver anne evde oyna evde, senin bunlar, senin. Senin. Tamam, sen masala bak. Ne yapıyorsun? Evet. Anne bizi vermiyor ama. Anne olur mu? Olur derim canım. Olmaz mı? Kalsın mı kız? Kalsın mı kız? Kalsın mı kız? Вот так вот выглядит мой чизбургер. И сейчас я буду его есть. Я бы хотела найти место в идеале, где я могу просто посидеть и порисовать. Thank you.
Следующая моя остановка сегодня – это район Усть-Кудар. Это второй по значимости для меня район, потому что, во-первых, мне здесь тоже очень нравится атмосфера. Он кардинально отличается от Кадикёя. Кадикёй считается более европейским, более атеистическим, молодежным. А Усть-Кудар, он более религиозный, более спокойный, более жилой район. Чай, пописала дневник, вывалила туда все свои эмоции по поводу многих моментов, структурировала свои мысли, и теперь можно спокойной душой и отдохнувшим сознанием возвращаться домой. Я вообще в восторге от сегодняшнего дня, несмотря на то, что я не сходила в тату-студию, не зашла в магазин художественный, в принципе, день супер, на самом деле. Вот и все.